ширина разделки, это у меня где-то она ориентировочно 18. Я здесь две дорожки набиваю и потом центральный рез делаю. Глубина у меня будет здесь 13. А потом делаю выборку зачистным. И уже потом двумя дисками я как бы канавку набиваю такую. А где брак? Где брак сам? Брак, ну они мне не указали его, но ориентировочно он где-то вот здесь, вот в этом месте. Но дело-то в том, что мы делаем это для ремонта такого, аттестационного. А. И для этого мне этот брак, он просто... А сквозной пропил где будет? Он попадает, он попадает, сквозной пропил будет в центр. Он должен четко попасть вот в этот корень, в середину вот этого корня. Четко. Угу. Если он туда, если ты промахнешься, болгарку криво тоже держать, промахнешься и тоже уйдет. Он уйдет. Но у тебя тут просто он заварит, а дефект останется. И тогда этот стык уже будет уже на улице. Поэтому надо точно где-то попадать в корень четко. И делать вот это. И обязательно прикрепление потом делать такое 2 мм, чтобы сварщик мог заварить. А как притупление сделать? Притупление надо будет уже смотреть, визуально смотришь и отрезным диском потихонечку его набиваешь туда, оставляешь где-то притупление миллиметра 3-4 где-то, когда ты пропил сделал, и оно больше. И потом ты уже смотришь туда, в разделку, и аккуратненько ты его до 2 мм доводишь так, отрезным диском, и начинаешь его сбивать туда, так,